Спикер Нурланбек Шакиев провел заседание Координационного совета Жогорку Кенеша. В работе Координационного совета участие приняли заместитель спикера, лидеры фракции, председатели профильных комитетов и заведующие отделами аппарата парламента. Шакиев обозначил, что заседание впредь будет проводиться на постоянной основе. Координационный совет заслушал информацию представителей комитетов парламента о деятельности профильных комитетов, утвердил проект календарного плана Жогорку Кенеша на январь 2023 года. План международного и межпарламентского сотрудничества и типовые положения комитета, фракции, депутатской группы и временной комиссии.